Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков посетил центр сбора помощи в Одинцове, чтобы выразить свою признательность и уважение волонтерам за их бескорыстный труд и вручить благодарственные письма. Благодарность Московской областной думы вручается Дарье Тимофеевне Отделовой. С сентября добровольцы собирают помощь для военнослужащих и семей мобилизованных. Еженедельно грузы с гуманитарной помощью со всего округа отправляются на Донбасс. Очень важно, чтобы те, кто находится непосредственно на фронте, те, кто рискует жизнями своими, своим здоровьем, отдают свою жизнь за свои дома, за свои семьи, за свою страну, чтобы они чувствовали поддержку в тылу. Мы с вами обязаны это обеспечить и сделать все, чтобы наши братья и сестры, кто там стоит на передовой, чувствовали, что за спиной все в порядке, что здесь есть мы, которые помогут, поддержат и что мы с ними. Волонтеры – связующее звено, отображение гуманизма и человеколюбия. Свою надежность они показали еще в период пандемии. И с того времени их деятельность активно проникает в массы. Все больше и больше людей приходит в организацию, чтобы помогать нуждающимся. Началось все с форума. Я приехала с подругой на форум, со своей одноклассницей. И после форума мы начали вот активно участвовать. И прям пошло-поехало. Сейчас такое время, когда надо держаться друг за друга, а не наоборот отдаляться. Хочу выразить благодарность всем волонтерам Одинцовского городского округа. Один из самых лучших волонтерских центров здесь, в Подмосковье. И, конечно, всех наших граждан призвать поддерживать и помогать эту деятельность, которая здесь проходит. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцово».